Излюбленное место отдыха анапской молодежи – скейт-парк – приводят в порядок. Заездили до дыр – самое подходящее выражение об анапском скейт-парке. Ни дня он не стоит пустым. Побывав на спортивном объекте, глава курорта дал поручение составить график и смету на капремонт. Каждый день я буду сюда ездить. Что сделано вот поэтому, скажи? Пока кто-то шею не сломает, тогда мы все кинемся и будем: ой-ой-ой-ой-ой, какие сложности у нас были. Сегодня работа в скейт-парке началась. Старые трамплины уже демонтировали. Площадку готовят для нового покрытия. Скейт-парк у нас самое посещаемое, наверное, место для неформальной молодежи именно в городе-курорте Анапы. Самое любимое и самое знаковое. То есть здесь площадки используются очень по-разному. Здесь есть и для BMX, для скейтов, для роликов. Недавно прошли соревнования по самокатному спорту. Новый у нас вид. Есть площадки, которые работают летом. То есть настольный теннис, скалодром, веревочный городок, воркаут-площадка. То есть такое собирательное место для молодежи очень важно. Молодежь, естественно, за него переживала. Вот сейчас оно будет отремонтировано и будет еще лучше. Пока парк временно закрыт для посетителей, но уже с 10 августа местная молодежь сможет опробовать новые трамплины.